Друзья, еще раз всем привет. Ну, у меня сегодня эфир такой получился, что солнце сзади светит, да? Смотрите, где я прохожу. Ну, возле дороги идти, друзья, как всегда, шумно. Поэтому, ну, извиняюсь, да, если меня плохо слышно. Просто я прохожу возле университета, да? Я не знаю, как правильно называется это. Обычно говорят гидра. Только я не знаю, это институт или университет. Ну, в общем, я хотел сегодня с вами пообщаться насчет наших студенческих годов, да, друзья? Давайте напишем в комментариях, кто где учился, по какой специальности, да? Например, я учился в городе Бишкек в Кыргызстане. Если есть тоже, да, кто с Кыргызстана, Бишкека, пишите комментарии, друзья. Ну, вообще, я учился по разным направлениям. Это получается педагогика, получается потом экономическое направление и юридическое, друзья. Вот, смотрите, где я прохожу. Кстати, я не знаю, мне в этот район или нет, друзья. Ну, давайте сейчас перейду через дорогу. Так что пишите комментарии, друзья. Давайте пообщаемся. Что можете рассказать о студенческих годах. Например, я сейчас проходил через этот университет, да, или институт. И увидел, как все студенты кушают, да, друзья. Ну, возле этого университета, института. Получается, ну, я тоже помню, да, мы тоже там бегали за пирожками, там, да, ближайшие магазины. То же самое я увидел после этого института, что все студенты, да, ходят кушать. Вот. Ну, у студентов всегда же одна, не то что проблема, всегда остро стоял вопрос, это где покушать, да, друзья, когда ты сытый, не голодный, то тебе дальше хочется там, да, идти на подвиги, гулять там. Вот, узнаете эти районы, друзья? Друзья, давайте, в общем, пообщаемся, да, в комментариях. Я посмотрю по карте, вообще я правильно иду или нет.